Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Как вы уже поняли, здесь все то, что мы будем собирать сегодня в мой чемодан вместе с вами на отдых. До отдыха осталась одна неделя примерно. Я всегда собираю все заранее, не оставляю на последний момент. Вообще не понимаю, как можно собирать чемодан в последний момент. Вещей очень много, практически заняла всю кровать. У нас будут два рюкзака. Чемодан, вот здесь большой, огромный чемодан, абсолютно новый, коляска и все. В принципе, тут вещи на всех четверых, на двоих деток, на мужа немного и на меня, плюс обувь, всякая уходовая косметика. В общем, все по ходу с вами посмотрим. Давайте, наверное, сначала мы приступим к сбору моего рюкзака. И еще забыла вам сказать, что едем мы на две недели на море и... Почему отдых, когда он редкий, он считается более затратным? Так как мы очень редко ездим, то приходится покупать все новое. И в этот раз тут все абсолютно новое. Просто так получилось, что не было ничего к морю. И если вы ездите каждый год на море, то вам намного-намного выгоднее, намного бюджетнее ездить, потому что у вас уже все, ну, по крайней мере, большинство того, что может понадобиться, у вас уже есть. Вот, поэтому я постаралась взять все самое необходимое, и давайте уже... посмотрим и будем собирать. Рюкзак, кстати, у меня тоже абсолютно новый, как и все здесь практически. Я не помню от какого... А, вот он от бренда Nosimaya, Original Design. В общем, обычный такой рюкзачок, хороший достаточно. Взяла его со скидкой, здесь одно отделение. Мне нужно в него столько-столько всего запихать. Сейчас буду вам рассказывать. В общем, первое, что мне нужно сложить в рюкзак, это вот такой пакет, в котором находятся две... книжки с наклейками для ребенка. Это огромная книжка. Здесь плюс еще маленькая и маленькая книжка. Вот. И также я беру одну новую машинку для младшего ребенка, чтобы он завлекся в дороге. Вот. Ехать нам, кстати, достаточно долго, 5,5 часов, поэтому я надеюсь, что как-то я завлеку их. Следующее, что я беру, это пледик. В общем, я решила взять не пеленку, а пледик, чтобы подстилать где-нибудь, может быть, в аэропорту, в самолете. Это плед двухсторонний с рождения младшего моего ребенка. Также беру на всякий случай слюнявчик, хотя он их не носит, но вдруг тоже купила абсолютно новый, вот такой красивый слюнявчик. И беру двое шортиков. Вот, одни, кстати, старенькие, вторые новенькие для одного и второго малыша. Как-нибудь сложу сейчас это... покомпактней. Не очень, кстати, умею это делать, но будем с вами пробовать. Так, что я еще беру? Сейчас я, наверное, покажу вам, что я беру, и потом уже буду все это компактно собирать. Беру свой кошелек, мой любимый кожаный. Беру очки одни для именно для рюкзака. Это тоже мои любимые очечки с леопардовым таким принтом. Следующее, что я беру, это пауэрбанк, зарядка. Также беру калгель для прорезывающихся зубиков младшему сыну. Беру 3 пачки антибактериальных салфеток. Возможно, одну положим в рюкзак мужу, но пока что это все у меня. Пачка обычных бумажных салфеток, санитайзер для рук для нас. Расческа. Здесь зубная нить. Тоже без чего я не могу. Беру 3 памперса для... дороги, также их вожу сюда, чтобы не забыть. Беру себе, значит, пластырь, это обязательно. Также беру из лекарств, я положила уже таблетки от головы. Чупа-чупс, не знаю для кого пока, но, в общем, это чтобы не закладывало уши. Также капли сну беру, мы пользуемся в основном только ими, для того, чтобы тоже не закладывало уши, нужно капать при взлете вот какие-то сосудосужающие средства. Для дороги я беру маску от Гарнье тканью, потому что кожа очень сильно сохнет, и патчи для глаз. И также беру с собой маленькую косметичку с декоративной косметикой, с какими-то мелочами. Что я хочу сказать, что я не буду здесь подробно останавливаться на то, что беру с собой из косметики, из ухода. Все это я вам подробнее расскажу во влоге, потому что я постаралась взять все самое необходимое, но в то же время свое любимое. Все, давайте буду уже собирать. Бывать.
все, рюкзак я собрала. Надеюсь, что здесь меньше 5 килограмм. У меня есть безмен, если что, я все измерю, потому что в самолет допускается, ну, стандартный размер. Это 5 килограмм ручная кладь, мы летим на чартерном рейсе, и 20 килограмм багажа. Я, конечно, все ориентируюсь по списку, потому что без списка я вообще ничего не собираю никогда в жизни. Вот, рюкзак мы собрали. Давайте теперь перейдем, что у нас здесь. Я не знаю, будет видно, не будет видно. Постараюсь вам показать вот так, что у нас тут есть. В общем, здесь памперсы у нас. Средства гигиены. Я покажу сейчас все, что у меня здесь есть. Здесь штатив, селфи-палка и чехол для воды. Здесь я собрала в таком милом кошелечке свои украшения. Здесь я беру парфюм свой, тоже его взяла, достаточно маленький. Также беру еще две пары очков. Две пары очков беру, хотя можно было взять одни, но не знаю. Может быть, сейчас выберу и возьму какие-нибудь одни. Ладно, сейчас я из них выберу. А здесь специальный такой органайзер я заказывала с сайта Valberis. Ну, в общем, это сумочка для любого, что вы хотите. Но я всегда сложила все купальники свои. Все тоже абсолютно новое. Купальники, купальные трусы мужа и сыновей. Это тоже мы будем с вами складывать. А вот в этой кучке это одежда мужа. Здесь, значит, домашняя одежда. Вот такую кучку я беру, стопочку. Это майки, футболки и блузка. И еще взяла на всякий случай леггинсы. Ну, в общем, это кофточки. А дальше что я беру? Берем две пачки пеленок таких и пачку салфеток обязательно. Это что касается низа, я беру пляжные шорты, юбку, шорты обычные. А затем из такого мы решили сразу взять, купить матрас, тоже надувной, новый. Но вот мы его сложили не очень компактно, не знаю, как он сейчас влезет. В общем, это новый надувной матрас, к нему берем насос. А взяли вот такой круг с ножками, знаете, такой с прорезями для Захара. И взяли на рукавники, не знаю, кто будет, никто не будет. Следующее, это две вот таких огромных, вот это, кстати, новая косметичка, специальная travel-версия, вот такая косметичка, это все уход. Три головных убора для сыновей, панамка одна, там солнцезащитные крема, рулетиками я сложила, у меня тут будет 4 платья плюс рубашка, еще я не знаю, буду я ее брать или нет, так как она достаточно плотная. Так, что еще? Следующее, что здесь, это шляпа моя, я сделала на нее бантик. Кстати, тоже я ее не носила. Здесь целый пакет лекарств. Аптечка в отпуске, я сниму отдельное видео потом. Здесь беру кое-какие игрушки для детей. И вот это целый пакет с обуви. Его нужно очень, если я не знаю, как это все разложить. Пляжная сумка. Мне ее дарила подруга. Я ни разу с ней еще не ездила, но в этом году она мне наконец-то пригодится. И здесь стопки вещей для детей. Для младшего и для старшего, и для младшего ребенка. И, как я уже сказала, наш новый большой чемодан. И на него я, кстати, сделаю бирочку. У меня была где-то бирочка от... Вот такая от Splat. Ну, в общем, чтобы узнать более-менее свой чемодан быстрее, я сделаю ее потом в конце, и давайте уже будем собирать.
birds roaring in the morning sun, searching for a longer day. Ну вот, наконец-то собрала чемодан, вышла, остался упаковать вот этот матрас надувной. Вот, вышел чемодан 20 килограмм. Буду снимать влоги, смотрите меня. Всем пока-пока!